Всем привет! Опять но... О, я размазала себе. Опять но... О, мне просто тушь размазалась. Весело. Короче, мы уже какой? Третий или второй день сегодня в Вильнюсе. Всего-во-во. Вот, вчера... Если полный, то второй. Да, вот, второй полный день в Вильнюсе. Мы едем на концертную площадку. Как бы у нас номинация сегодня в 1:20 с Машей Жилиной, а в 4 со Соль. Вот. И мы сейчас едем на первую номинацию, потом будем на второй. Вот. Алиса, поехали. Снять Алисин блог, потому что она ушла. Не знаю, куда, но куда-то она ушла, и мы уже разместились на сцене. И все прекрасно. Мы уже станцевали Машин номер, я снимаю в туалете, потому что здесь хороший цвет. Да. Мы переоделись в костюме, делали прическу, у нас еще на голове много будет, вот. Я сижу, жду Маю, пока она заплетется, и мы пойдем уже разогреваться, вот, потом выступать. Вот, сделайте, пожалуйста. Смотрите, что может ребенок быть. Потом не переодевайтесь. Мне только 9 лет. Да. Мы уже танцевали, вроде бы все нормально. И мы сейчас поедем домой, попьем чаю. На голову мою. Попьем чаю и придем на награждение сюда. Попьем чаю, 8. Ребята, вот это неожиданность. Побежали, побежали. Давай, давай, давай. Побежали. Ай, волосы пропадет. И что? Девчонки, на треть. Ну и что? Это я к тому, что мы сегодня... Так я тоже иду перед. Медведя трогает... Безудержное веселье. Безудержное веселье. Безудержное веселье. Расскажи что-нибудь, пожалуйста. Алиса ходила в туалет и там закрывала дверь ключиком, и она его отдала. Она молодец. Это так интересно. Обожаю информативный контент вообще, да. Просто. Безудержное веселье. Безудержное. Как вы поняли, мы уже были дома, потому что мы хотели подождать награждение. Еще мы зашли в кафе перед этим. И 8, вот сейчас без 15:08, мы едем посмотреть, что заняла Асоль, пройдет ли она в гала-концерт. Мы уверены, что пройдет. Как Оля говорит, гала-концерт. Гала. Вот. Мы уверены, что она пройдет. Надеюсь, что мы выиграем. Я думаю, что может быть. Скорее всего, 100%. За лучший сценический образ, ты поняла? Ты поняла? Это все мы. Молодец, дай тебя обниму. А я. Что, какое тебе место? Третье по ходу. Класс. Класс. Когда заняла второе место просто. Пошли. Пошли садиться уже. Шик. Мы приехали в какой-то Белмонтас, в какой-то ресторанчик. Тут красиво, но страшно. Пугающе. Здесь настолько красиво. Там в ресторане как бы мы вышли погулять, пофотографироваться, потому что здесь очень красивая беседка. Очень красиво, тут очень красиво на самом деле. Тут такое водоем, вот беседка. Короче, вот Асоль, Майя фотает Асоль. Мы, кстати, тут я показывала, наверное, уже очень красивый фонтан. Природа просто шикарная вообще, на самом деле. И тут есть черный лебедь, я вам сниму сейчас. Не видно, но он там. Ребята, я так понимаю. Господи. Ничего не меняется от того, что я села сюда на картоны просто. Семки есть? Это мой пацанчик. Есть? А, Саша, можешь, пожалуйста, сюда сесть, умоляю? Ой, играет, а тебе надо? Моя жопа не влезет. Отъела. Саша, а тебе нужны сиги? Ты что, ты же пили? Это все?
Ну ты жирная, вообще не могу. Это максимум. Слушайте, это когда что открывается? А сверху голову просунуть. Я говорю, кажется, она как-то сидят. Оно же снимается. Да. Так тут, наверное, моя рука только поместится. Две. Одна. Дайте, попробуйте. Пойдемте на улицу. У кого как? Давайте, ребята, я буду пробовать сюда пролезть. Мне кажется, если бы мне подарили такую игрушку, я бы испугалась. Ребята, нет, вот такую. Нога почти. Майя, ты была бы рада, если бы я подарила тебе вот это? Нет. Вообще. Как это связать руки? Тихо, сейчас по стену засосать. Сейчас, подожди. Он должен всосать. Тише, да, убери. Да, тише. Не беспокойте его, он боится. Подождите, ну типа надо вытянуть, а потом, когда ты хочешь, чтобы она засунулась обратно, типа вот так. И сломала все. И трогайте его, он боится. Это какие-то памперсы, трусы, что это? Тихо, дай, тихо, можно еще больше? Не, подожди, дай я больше. Начали есть. Подожди, меня нужно на свет. Вот. Мы уже там с Сашей попрощались, а Соль где-то там с мамой, они сейчас будут. Мы уже едем домой. А мы в магазин будем заезжать? Быстрее, пожалуйста. Алиса, быстрее. Хорошо, вот. Мы будем заедем в магазин и поедем домой. Вот. Ребята, вот это мое. Мой размер. Майя, слышишь? Майя, это мой размер. Тут плед 2 евро стоит. Хочешь плед? Да. Я тоже хочу плед. Счастливый ребенок. Ребята, посмотрите, это пончики. Не хватает в это. Это очень. Господи, мне не хватает это в Минске, ребята. Пьем какую-то дичь. Майя делает вот так. И ты хочешь сделать это? Ты хочешь сделать? Короче, ребята, мы купили 3 Аризоны. Стоп. Ну, купили 3 Аризоны. Обычная с медом, зеленый чай. Это не мед. Потом с медом, with honey. С медом. Поверьте человеку, который знает английский. Потом зеленый чай с гранатом и зеленый чай с черникой. Он белый чай. Ой, да, белый чай с черникой. Так вот, у этого самая красивая бутылочка, но он самый невкусный. Это просто как обычный холодный чай. Короче, как Нести, короче. А вот это вот, вот две самые крутые штуки. У этой... Нести вот, вкуснее. У них очень похожие вкусы. Правда, вот эта, она менее концентрированная, а вот эта вот более такая. Купайте вот эту, она самая вкусная. Они обе вкусные, попробуйте. Короче, ребята, это был очень смешной и интересный день. Я такая вся блестящая, потому что я намазалась с кремом. И они делают массаж, это выглядит ужасно, поэтому я не буду это снимать. Всем доброе утро. Сегодня уже суббота, и у нас гала-концерт. Ой, я скулу должна растушевать, она у меня очень выделяется. Алла. Вот. Короче, мы сидим, ждем нашего выступления, потому что оно начинается в 2. Красим все тут. Вот, и ждем. Потом, может, пойдем по магазинам. Алиса. Мы гуляем, мы ждем нашу номинацию. Вот.
Меня прикалывает реально, что здесь хочется. Хватит там шептать. Фёдор, что вы хотите сказать насчет розовых шнурков? Ничего. Да мы не снимаем Фёдор. Тебя, тебе показалось. Фёдор, пожалуйста, скажите, что это насчет розовых шнурков. Стало плохо девушке. Это сцена в большом зале. Шестые. Больно. Тихо-тихо, Маша, не делай. Ой, тебе больно, наоборот. Тебе не больно, тебе щекотно. Успокоилась. Быстро. Не мучай ребенка, живодерка. Живодерка. Лицо свое покажи. Чего у тебя такой маленький? Мы уже станцевали все. Пришли в то же кафе, что и вчера. И поедем сейчас в Бозос. Асоль приехала к нам. Она не приближает. Печально. Сегодня такая погода хорошая, такое солнышко, мне нравится. Все благодарить Алисе ее подарок на день рождения, так что... Мы сейчас были в Дубасе и купили много чего. Моя такая типа, ой, давай я тебе, может, сразу подарок выберу. И она сейчас будет дарить подарочек. Та-та-та-та-та. Охранница мне улыбнулась, когда посмотрела на меня. Итак, Алиса, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе всего самого хорошего. Простите. Давай. Вот, да, у тебя такой же красивый, отфотошопленный, благодаря этому крему. Спасибо, мне день рождения 11-го. Ладно, не важно. Короче, мы ходим по магазинам, я все такие блестящие, потому что здесь ужасный свет. Вот, там Майя что-то выбирает, я поехала на второй этаж, это мы сейчас в H&M. Купили очень много всего из Дугласа, я уже это говорила. Вот, ну короче, да, сейчас буду смотреть чехлы. А что так быстро? Вдруг? Осталось 6 минут, давай подумаем, почему. 6? Да. Прикольно. Это не так быстро. Нет, не надо так быстро. Повесила? Я могу брать вещи. Типа, идешь, а я беру. Ну, как же ты не будешь. Просто, ребята, пожалуйста, почему столько мы взяли какого-то дерьма, я не знаю, просто сладости вкусные. Интересно, что мы как бы находимся в Вильнюсе, да, и мы взяли роллы, потому что нам дико его захотелось. Не знаю, серьезно. Запикай только потом во влоге. Поставь корзину. Майя, тебя сейчас... Майя. Вот эти можно жарить. Знаешь, тут бритва с шоколадом? Бритва? А, может быть? Ребята, всем доброе утро. Сегодня уже 9 число. Ух ты, 9 число. Вот, мы сегодня уже уезжаем. Мы вот сейчас покушаем, зайдем в магазин. Там мелочь осталась, нужно ее куда-нибудь отдать. Ну, как бы купить что-то, но отдать. Вот, короче, нужно что-то купить на эту мелочь. Мы домой, короче. Обидно. Как не орать, пожалуйста. Все, а как тебе удобно? Удобно, оно как бы видно. О, удобно. Тепленько.